Добрый день. Здравствуйте. Мне подсказали, что у вас тут автомагазин какой-то. Да, комиссионный автомагазин. Я вот решил себе, вот я в деревню переезжаю, мне нужно для сельского хозяйства какой-нибудь недорогой автомобиль, чтобы передвигаться там по месту, в магазин ездить за продуктами, в грибы, на речку. Без проблем, у нас, пойдемте, покажу. Пойдемте. Какие автомобили. Volkswagen, народный автомобиль. Вента, да? Мерседес, для гламурных людей. Вот 140. Старый бизнес-класс. Бизнес-класс, да? Да. И сколько такой дизельный стоит? Стоит 4000 белорусских. Не, вы что, я колхозник, у меня курочки свои, свинки, мне что-нибудь надо, Жигули. Может быть BMW? Не, BMW нет. А Жигули? Жигули? Да. Жигули готова. Сел, поехал. Как раз она на горочке стоит. Покажите Жигули. Сейчас посмотрим, оценим. О, хороший мотор тут я вижу. Нормально. Сейчас я посмотрю, как я буду смотреться. Если вы оцените. Конечно, пожалуйста. Присаживайтесь. Покажите. О. А где деньги? Деньги. Покажите, есть. У вас деньги есть или в кредит? Не, мы за наличку работаем. У нас свои свинки, курочки, у нас прибыльное дело очень. У нас так, давайте деньги, да и поехали. А сколько вы за него просите? 300 рублей. 300? Да. Фу, как раз по вашим беру. Деньгам. Беру хоть сейчас. 300. Раз, два, три. О, еще и осталось на бензин. Ну что, я тогда цепляю? Да, все, я, наверное, тут поеду, пока. Все, поехал. Поехал!